То, что касается горящего, кипящего конфликта и перехода его в войну, мне кажется, это маловероятно. Почему? Потому что наш президент прекрасно понимает уровень провокаций, которые постоянно присутствуют в этом конфликте. И самое лучшее, что может быть, и он прекрасно это понимает, осознает, это стараться мало реагировать. Вот не надо реагировать на вот это. Пусть они варятся в собственном соку. Без сомнения, конечно, гибнут люди. Без сомнения, это гуманитарная катастрофа. Без сомнения, это самая настоящая война. Но для войны нужны двое. И если одного участника в этом дуэте не будет, или он будет стоять в стороне, то, может быть, есть вероятность того, что это постепенно рассосется.